Итак, чтобы заправить ручку, нам, собственно, нужны составляющие. Прежде всего, чернила. В данном случае это ирошидзуку, но это не имеет значения, какие будут чернила. Сама ручка. В данном случае это Sailor. Картридж для него, соответствующий, собственно, формату ручки. В данном случае картридж формата Sailor. Ну и шприц медицинский. Самый обычный я использую шприцы на 2 мл. Просто меньше по стенкам размазывается. Что мы делаем дальше? Дальше мы снимаем со шприца колпачок. Иголка на месте, заметьте. Отличиваем чернила. Берем шприц. Пускаем иголку внутрь. И засасываем немного, буквально 0,5 мл будет достаточно. Чернила завинтили от греха подальше. Берем картридж открытой стороной, та, которая была уже открыта ранее. Шприц. Засовываем иголку внутрь и давим на поршень шприца, заполняем картридж, больше, собственно, мне не надо, примерно 0,5 мл. Шприц положили, картридж класть не обязательно, открываем ручку. Той стороны, где картридж должен быть. Насаживаем картридж. Завинчиваем ручку. Вуаля. Ручка готова к письму. Если у вас остались шприцы чернила, вы их можете, конечно, обратно вылить, а можете не вливать, оставить до следующего раза. Все, ручка готова к письму.